От плохого к хорошему. В Люберцах появятся новые улицы. Об этом позаботилась администрация города. Покровская, Вертолетчиков, Рождественская, Рождественский проезд, Дружба, Новопреображенская и Озерная. Названия этих улиц появятся в микрорайонах 9 и 10. Напомню, что новые микрорайоны в Люберцах строятся совместно с правительством Москвы. По проекту в них будет жить не менее 80 тысяч человек. Сообщение со столицей России предполагается через трассу Москва-Ногинск. Сообщение с люберцами через эстакаду, которая пройдет по Комсомольскому проспекту. В ближайшие годы планируется окончание строительства этих микрорайонов. 4 марта в администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов города Люберцы. Народные избранники обсудили исполнение городского бюджета прошлого года и внесли изменения в основной финансовый документ на 2010 год. Подробности в сюжете Александры Дудоладовой. Заседание Совета депутатов началось с приятной процедуры. Глава города и района Владимир Ружицкий присвоил депутату горсовета, главному врачу Люберецкого родильного дома Татьяне Мельник, звание почетный гражданин города Люберцы. Это только вы в начале пути. Я думаю, что награды весомые впереди у вас. Я думаю, что мы с вами будем еще долго работать, Татьяна Николаевна. Спасибо большое. Доктор медицинских наук, главный акушер-гинеколог Люберецкого района Татьяна Мельник уже не первый раз избирается депутатом. Она активный общественник. Под ее руководством Люберецкий роддом вошел в пятерку лучших родильных домов России. Ну и в дальнейшем я буду стараться строить свою работу так, чтобы и моя работа непосредственно профессиональная, и общественная работа, она была на благо нашего района, на благо наших жителей, и чтобы никогда вот это высокое звание я не подвела. В преддверии весеннего праздника 8 марта Владимир Ружицкий поздравил женщин-депутатов и поблагодарил их за работу. Если я желаю, чтобы мужчины вам говорили слова хорошие, добрые и уделяли вам внимание не только в канун 8 марта, но желательно ежедневно на протяжении всего года, всей вашей жизни. После чего депутаты перешли к рассмотрению основных вопросов повестки дня. Заместитель главы администрации города Елена Чуева рассказала об исполнении основного финансового документа прошлого года. Бюджет города Люберцы на 2009 год планировался с почти 45-миллионным дефицитом. Однако увеличение доходов и значительное сокращение расходов привели к тому, что бюджетный профицит составил почти 135 миллионов рублей. В связи с этим депутаты пересмотрели некоторые статьи расходов. Изменения в бюджет стали возможны из-за того, что бюджет 2009 года исполнялся с превышением на 116%. Возник профицит бюджета города Люберцы, и за счет свободного остатка средств бюджета на счетах появилась возможность распределения и уточнения бюджета и выделения дополнительных расходов по отдельным статьям бюджета. Прежде всего, почти в 3,5 раза увеличатся расходы на ремонт и обслуживание дорог общего пользования. Дополнительно предусматриваются средства и на проведение капитального ремонта жилого фонда. В связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне из бюджета будут выделены средства на социальные программы, направленные на повышение качества жизни отдельных категорий граждан. Также предлагается провести реконструкцию памятника «Вечный огонь» с благоустройством территории. Александра Дудоладова, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение.